Легкое изучение анатомии человека и практические занятия по основным медицинским предметам – это не весь образовательный курс, который пройдут участники проекта грантообладателя форума «МАШУК». Руслан Джукаев узнавал, как идет реализация уникального медицинского проекта. На встречу с командой проекта «Легкая анатомия» собрались только самые заинтересованные в медицине. Проект стал победителем онлайн-форума «МАШУК». Эксперты дали высокую оценку идее студента из Карачаева-Черкесии, суть которой — подготовить выпускников общеобразовательных учреждений к сдаче единого госэкзамена и к поступлению в медицинские вузы и СУЗы. Честно говоря, проект очень заинтересовал, потому что, по крайней мере, на территории нашей республики я такого еще никогда не видела. И поэтому, думаю, это интересно попробовать себя в чем-то новом и, по крайней мере, узнать, каково это будет, если я действительно собираюсь связать свою жизнь с такой серьезной профессией, как профессия врача. Образовательную программу для участников будут вести практикующие специалисты из разных сфер медицины, что является отличной возможностью узнать о профессии нюансы, которые известны только опытному врачу. Нужно сказать то, что проведены будут 6 тренингов под эгидой нашего проекта, и в них будут выступать, соответственно, специалисты из разных сфер медицины, то есть будущие неврология, кардиология, нейрохирургия и так далее. То есть из каждой сфер школьники, будущие уже студенты, поступающие в медицинские вузы, они будут получать опыт и будут знать о лайфхаках различных от, соответственно, специалистов сфер Минздрава, допустим, или клинической специализации, которые облегчат им поступление в медицинские вузы. Проблема выбора профессии у школьников самая актуальная. Порой желание родителей, чтобы их ребенок получил модное образование, перекрывает личное желание и предпочтение ребенка. А данный проект – прекрасная возможность примерить на себя ответственную профессию врача. После презентации данного проекта можем сказать, что он будет очень полезен, конечно, для будущих абитуриентов. Помимо того, что он позволит повысить уровень подготовки будущих медиков, я считаю, что он еще позволит сделать выбор в пользу медицинского вуза не потому, что это модно, а потому, что ребята поймут, что они действительно там себя нашли, либо кто-то не нашел, он просто отсеется. Поэтому вот именно этим я считаю, что проект очень даже ценен. После окончания презентации все желающие оставили заявки на участие. В скором будущем для прошедших отбор начнется образовательная программа. Руслан Джукаев, Роберт Жугутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.